вечерний центр Кемера. Раньше здесь был фонтан с мостиком. Сейчас вот такая вот площадь. Памятник Ататюрку. Идем поближе. Здесь любят вечером туристы отдыхать. После моря, после пляжа, после прогулок по магазинам. Вот там наверху расположено кафе. Оттуда открывается очень красивый вид. Детки здесь на роликах катаются. Там уже магазинчики, тут магазины слева и справа. Сегодня пока мало детей на роликах, но бывает приходишь, вот мы буквально дня два назад здесь проходили. Было очень много, кто катался на роликах. Хорошее место, именно ровная дорога, чтобы покататься вечером. Погода прекрасная. Не жарко, не душно. Очень хорошая погода вечером. Что, ведешь его, Сонечка? Да. Вот такая еще красота в центре Кемера. Издалека как живые. Ну, видишь, сколько их здесь? Все туристы проходят мимо и останавливаются сделать фото на память. Да, этого человека смастеровал. Это ты сделала? Да. Какая красота! Ну да, это я все. Настоящий. Как настоящий, да. Ну, поближе сейчас. Я веду петельник под тобой. Это легко сделать.